Только что записали прекрасный подкаст для YouTube-канала Саши Незлобина. Ребятки, хочу поделиться информацией. Мы с Александром Ашотовичем Атанасяном, режиссером, который снимал фильм «24 часа», «Сволочи», здесь в Америке запустили проект театральный. Мы приступили к работе. Называется «Филин и кошечка». В свое время был такой фильм 70-е годы с Барбарой Стрейзанд. Он номинировался на «Золотой глобус», по-моему, на «Оскар». И мы решили сделать спектакль. Вот. В Америке, к сожалению, все дорого. Приходится платить за каждый репетиционный день, за зал, за свет, за все, за все, за все. И мы создали так, краудфандинг, да, я не помню, как это правильно называется. Мы создали такую платежную систему и хотим обратиться к вам за помощью. Если у кого-то есть желание поучаствовать в создании спектакля и у кого-то есть возможность, мы будем рады любой помощи. Вот оставлю ссылочку, и там можно... Там можно отправить донат, и мы будем вам безгранично признательны, потому что действительно в Америке, чтобы сделать хороший, качественный проект, это нужно, для этого нужны деньги. Вот. Мы, конечно, постараемся вырулить своими силами, но любой доллар прям будет в копилочку. Спасибо. Мы создали эту платежную систему буквально сегодня ночью. Сейчас сделаем страничку в Инстаграме, будем выкладывать видео, фото с репетиции, будем рассказывать о том, как проходит работа. Надеемся, что мы с этим спектаклем объедем всю Америку, Канаду. Очень хочется, чтобы эта война в Израиле закончилась, и мы смогли приехать в Израиль. Я желаю всему израильскому народу победы. Не хочу сейчас... Это больно все об этом говорить. Я был недавно со спектаклем «Скамейка» в Израиле. И, конечно, израильская публика просто прекрасна. И хочется вернуться в Израиль. Вот. Приедем в Европу. Так что я надеюсь, что... Звездная болезнь, звездочку все ловили. Вы знаете, я уже как минимум лет 10, вот то, честно, никому ничего не доказываю. Вот период звездной болезни, Алексей, я артист, дайте мне там что-то, вот давно уже прошла, и вообще никому ничего не доказывала. У вас уже это на автопилоте, просто это по умолчанию. Вы понимаете, что на вас реагируют, что вы привлекаете внимание, даже что идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это, допустим, безусловно, приятно. Да. Ну, никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать, артист, пьяный, нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне то, да вообще все по-другому в моей жизни.